Давай. Спортивный комплекс «Сокольники» открыт! Аккуратно. Ну, в общем, в целом, вот этот комплекс 69 миллионов. Дорогие ребята, уважаемые ветераны, у нас сегодня очень приятный день. Мы сегодня с вами открываем новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он у нас именной с вами. Имени Василия Александровича Стародубцева, вашего земляка. В эти дни, 2 года назад, он скончался скоропостижно. В эти же дни мы отмечаем его день рождения. 25 декабря, 82 года назад, он родился. Всегда в Сокольниках у нас была сильная спортивная база. И когда здесь мы год назад встречались с жителями, то встреча у нас была такая, знаете, ребят, горячая. И приняли тогда решение, что войдем в программу развития спорта России и обязательно построим несколько спортивных комплексов. Ну, первый был у нас, соответственно, площадка «Газпром детям». И, соответственно, вот сегодня мы вводим в эксплуатацию вот этот великолепный физкультурно-оздоровительный комплекс. Всего таких комплексов у нас будет построено 14 в Тульской области. Ваш комплекс первый. В январе мы откроем похожий комплекс в Суворове и в феврале в Алексее. Ребята, я вас поздравляю. Это действительно очень хороший подарок к Новому году, потому что, во-первых, будет есть чем заняться в празднике, в новогодние праздники. Можно будет прийти поиграть в футбол, волейбол, ну и провести время, приглашать их, кстати, сюда и своих родителей. Поэтому это такой подарок вам от правительство Российской Федерации, правительство Тульской области и, конечно же, от всех туликов, потому что эти комплексы создаются на деньги наших тульских налогоплательщиков. Я вас всех поздравляю с этим великолепным днем, но и, пользуясь случаем, хотел бы, конечно, поздравить вас, ребята, с наступающим Новым годом, пожелать успехов в учебе и спортивных достижениях. С праздником!